Многие производители делают ход рессоры. Это как алтовская рессора, только на основе спринтеровского листа. Такая одна рессора везет до 2 тонн. Делают ход рессоры больше, чем 10 сантиметров. Мы в таком пустом виде делаем здесь 8 сантиметров. Когда нагружается, здесь остается 6. Плюс на вдавливание отбойника. Если же мы сделаем ход этой рессоре, или вот чисто алковской рессоре, мы сделаем ход чистый больше 10 сантиметров, соответственно, рессора лопает. И многие производители не ставят отбойники на свои прицепы. И тогда получается, что человек в будущем только работает на покупку этих рессор, а производители экономят из-за того, чтобы им просто трудно поставить отбойничек.